Всім пизда, 518-й їбашим, блядь. Передай нашим, що їбашим. О, їбашим, блядь. Ну що, хлопці, довго я радував вас своїми віддяшками, де я старався показати себе бравим бойцом. Тепер я убит. Домой я никогда не вернусь, буду лежать здесь, на чужой земле. Зачем я погиб? Правда хотите знать? Сам не знаю, что вам ответить. Погиб за интересы тех, кто обо мне никогда не вспомнят. Все эти пидоры в Киеве будут и дальше жить, кайфовать, а я буду лежать здесь, вдали от дома. А мог бы жить. И так происходит со всеми, хлопцы, со всеми. Передайте наши! Отдельно спасибо хочу сказать Зеленскому, который поверил в себя, красуется в своей зеленой футболке, строит из себя брутала и тупо кладет пачками украинцев в бессмысленных боях. И командирам, которые ему потакают, которым важны лишь звезды. И вот из-за всех них, я не увижу никогда свою семью. Не повторите мою ошибку. Жизнь важнее. Но когда я это понял, уже стало поздно.